Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. Jai Śrīla Prabhupāda. Please accept my obeisances on Lord Śrīla Prabhupāda. We may begin, Guru Maharaj. Begin. Okay. Yeah, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudiret Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Canto 2, Chapter 4, text number 24. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedase Papurgyanam Ayam Somya Yan Muk Am Buruhasanam Hasavam. Me try again. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedase Apur Dhyanam Ayam Somya Yanmukam Buruhasavam. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedasi Papur Dhyanam Ayam Somya Yanmukham Buruhasavam. Would you like to read translation? Purport? Перевод. Я в глубоком... Читаем Шримад-Бхагаватам, весь 2 глава, 4, текст 24. Перевод. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой Вьясадевой, воплощением Васудевы, составившим ведические писания. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающие из лотосоподобных уст Господом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Раскрывая смысл слова «ведасе», которая значит «составитель системы трансцендентного знания», Шрила Шридхара с вами говорит, что в данном стихе Шукадева Госвами выражает почтение Шриле Вьясадеве, воплощению Васудева. Это мнение разделяет и Шрила Джива Госвами. Но Шрила Вишванат Чакраварти Такур идет дальше, говоря, что нектар с уст Господа Кришны переходит к его супругам, благодаря чему они овладевают секретами изящных искусств, музыки, танца, выбора украшений и одежд. Словом, учится всему тому, что услаждает Господа. Искусство музыки, танца и украшения, о которых здесь идет речь, не являются мирскими искусствами, поскольку в самом начале своих молитв Шрила Шукадева Госвами называет Господа пара, трансцендентным. Это трансцендентное знание неведомо забывчим обусловленным душам. Шрила Вьясадева, воплощение Господа, составил ведические писания таким образом, чтобы обусловленные души могли вспомнить о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Поэтому ведические писания – нектар, переданный Господом своим супругам во время супружеских игр, следует постигать, услышав их из лотосных уст Вьясадевы или Шукадевы. Постепенно углубляя свое познание в трансцендентной науке, можно проникнуть и в тайны трансцендентного искусства музыки и танца, который Господь демонстрирует в Расалиле. Но без ведического знания едва ли возможно постичь трансцендентную природу музыки и танца раса Господа. Музыки и танца раса Господа. Чистый преданный Господа одинаково наслаждается нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца раса, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы. Шилабрупарикича. Ом Агьянатамарандасья Агьянанджана Шалакая Чаксурмилитаньена Тасмай Шри Гуравей Намаха
Прабху Нитьянанда, Кши Адвайта, Гададха, Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Sukadeva Goswami is continuing to offer his prayers before he begins to describe the process of creation to Maharaj Parikshit. Итак, Шукадева Госвами продолжает возносить молитвы Господу перед тем, как приступить к описанию процесса творения. So here in this verse today he is offering his obeisances unto his own father, who is Srila Vyasadeva, who he describes as the incarnation of Vasudeva. И здесь он обращается к Шриле Вьясадеве, своему отцу, который здесь описывается как воплощение Васудевы. So Srila Vyasadeva is given the credit of having the Vedic scriptures written down. Шрила Вьясадева – это та личность, благодаря которому ведические писания были записаны. The Vedic knowledge is eternal, and it was originally instructed into the heart of Lord Brahma by Lord Krishna himself. Ведическое знание изначально духовно и было трансцендентно и было вложено самим Господом Кришной в сердце Господа Брамы, первого живого существа. That Vedic knowledge was passed down by word of mouth up until the Kali Yuga came. Ведическое знание передавалось из уста в уста до тех пор, пока не наступила Кали-юга. Srila Vyasadeva understood that with the Kali Yuga coming, the memories of people would be diminished and they would never be able to remember. So he had the Vedic knowledge written down. Шрила Вьясадева видел, что Кали-юга вступает в действие, и память людей будет ослабевать, а потому они не смогут запоминать, и ведическое знание должно быть записано. But more important than having the Vedas, the original four Vedas, written down, that Srila Vyasadeva compiled the supplements to the Vedas in the form of the Puranas. Также ведическое знание было записано Шрилой Вьясадевой в форме дополнительных историков или Пурана. And it's the Puranas which are more important than the Vedas. The Vedas are described by Lord Krishna himself in the Bhagavad Gita, that Trigunya Vishaya Veda, that the Vedas deal with the subject matter of the three modes of material nature. And Arjuna was advised to rise above these modes of nature. И эти Пураны имеют даже большее значение, чем Веды, изначальные Веды, поскольку в Бхагавадгите сам Кришна говорит «Трайгуни Вишая Веда». Эти Веды относятся, они имеют дело с гунами материальной природы, поэтому Кришна советует Арджуне подняться над этими гунами и над этими Ведами.
So Srila Vyasa Dev compiled the Puranas, of which there are 18 Puranas, six for the each of the modes, goodness, passion, and ignorance. So he compiled the Puranas in relation to the modes of nature, but then he compiled the Srimad Bhagavatam, which is a transcendental literature. Шрила Вьясадева составил 18 пуран, по 6 пуран на каждую гуну материальной природы, благость, страсть и невежество. Также он составил Шримад Бхагаватам, трансцендентную литературу. So, in addition to writing the 18 Puranas, he also wrote Srimad Bhagavatam, and previously he had also written Mahabharata and also Vedanta Sutra. Также перед этим Вьясадева составил такие произведения, как Махабхарата и Веданта Сутра. All of these books were compiled by Srila Vyasadeva with the help of Ganesh. Ganesh was his scribe, and in writing down, Ganesh would write down, Srila Vyasadeva would speak, and Ganesh would write down. Записал эти книги Шрила Вьясадева с помощью Ганеша. Ганеш писал все, что диктовал Вьясадева. So Srila Vyasadeva wrote so many books, very important books, which are a great opportunity for the conditioned souls in the material world to come out of their ignorant condition. Вьясадева составил все эти произведения на благо обусловленных душ Кали-юги. So here in this verse, the Sridhar Swami says that Srila Vyasadeva is an incarnation of Vasudeva. In other words, he's an incarnation of Lord Krishna. В этом стихе Шрила Шридхара Свами говорит, что Шрила Вьясадева – это воплощение Васудевы или воплощение Господа Кришны. So, the verse actually says, I offer my obeisances unto him, unto Vasudev, who is an or his incarnation. So there's no direct reference to Srila Vyasadeva, but it's understood that Sukadeva Goswami is offering this to Srila Vyasadeva. In other words, the devotees, if you read the Sanskrit verse, there's no actual mention of Srila Vyasadeva, but from the word meaning, Srila Prabhupada has put Vasudevaya, meaning unto Vasudeva, or his incarnations. So the commentators on this verse, namely Sridhar Swami, who is the original commentator on Srimad Bhagavatam, he says that Sukadeva Goswami is offering his obeisances to Srila Vyasadeva. Итак, в этом стихе, если мы посмотрим санскрит, то тут непосредственно не указано Шрила Вьясадев. Здесь говорится Васудевая. И если посмотреть пословный перевод, то здесь Шрила Прабхупада говорит Васудеве или его воплощение.
Шрила Шридхара с вами, изначальный комментатор Шримад-Бхагаватам, объясняет, что в данном стихе Шукадева Госвами выражает почтение Шили Вьясадеве, воплощению Васудева. And Jiva Goswami also agrees with Sridhar Swami that this must be referring to Srila Vyasadeva. И это мнение, как говорит Прабхупада, разделяет и Шрила Джива Госвами. Здесь как раз идет ссылка на него. And then Prabhupada says that Vishwanath Chakravarti Thakur, he's added something more than just saying that it refers to Srila Vyasadeva. Далее Шрила Прабхупада говорит, что Шрила Вишванатха Чакраварти идет дальше и объясняет, что здесь даже не только Шрила Вьясадев. And he says, he talks about the nectar from the mouth of Krishna, how it is transferred to his different consorts. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что нектар с уст Господа переходит к его супругам. Because the verse is talking about how there's nectar coming from the lotus mouth of the Lord. То есть здесь идет речь о нектаре, который исходит из лотосных уст Господа. And the pure devotees will want to drink that nectar. И чистые преданные стремятся пить этот нектар лотосных уст. Especially that his disciples will want to drink that nectar. Особенно ученики. So we're Vishwanath Chakravarti Thakur says that this nectar is taken by the consorts of Lord Krishna. Итак, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что нектар получают супруги Господа. And in this way they learn all the different arts, the cultural arts, which give pleasure to Krishna. И таким образом они постигают различные виды искусств, которые доставляют наслаждение Кришне. And at the end of the purport, Prabhupada explains, he said, there's no difference between hearing philosophy from the Lord or being kissed by the Lord. И в конце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что нет разницы между глубокой философской беседой и поцелуем Господа. The consorts of Lord Krishna, his wives in Dwarka, sometimes Lord Krishna will kiss them and they will enjoy his kissing. They will taste the nectar from his lotus mouth. Своих супруг, жен Двараки, Кришна иногда целовал, и так они наслаждались нектаром его уст. But everything Krishna does is transcendental. Krishna is never under the modes of material nature. Но все, что делает Кришна, трансцендентно, так как Кришна никогда не попадает под влияние гун материальной природы. So these ladies, they enjoy the nectar from Krishna in two ways. One way is that he gives them the ability to please him by performing different arts like music and dancing. И речь идет о двух возможностях. Первая возможность – это давать наслаждение с помощью искусств, изящных искусств, музыки, пения, танцев. On the other way, they please the Lord.
they give pleasure to Krishna is when Krishna kisses them. И второй способ, они дают наслаждение Кришне, супруги Господа, когда он целует их. So we may think, oh, this is materialistic, this is just sense pleasure. But we should understand Lord Krishna is always transcendental. Мы можем подумать, а не мирская ли это вещь, не что-то ли это связано с чувством удовлетворения, но мы должны помнить о том, что все у Кришны трансцендентно. He is never under the modes of nature. Он никогда не попадает под влияние гун материальной природы. We are conditioned souls. We are under the modes of nature. We do these things for our own sense pleasure. Мы обусловлены душой, мы попадаем под влияние гун материальной природы, и мы можем делать действия, которые являются чувственным удовлетворением. But Lord Krishna is always on the transcendental platform. Но Господь Кришна всегда на трансцендентном уровне. So Srila Vyasadeva, he is the incarnation of the Lord, and he's empowered to write the different Vedic literatures. Итак, Шрила Вьясадева был уполномочен Верховным Господом составить различную ведическую литературу. And by compiling the different Vedic literature, presenting the knowledge, the philosophical teachings, and the pastimes of the Lord, and so on, he's able to help the conditioned souls come back to their spiritual position. И составив всю эту ведическую литературу, записав всю эту философию, духовную философию и игры Господа, Шрила Вьясадева тем самым дал возможность обусловленным душам вернуться обратно на свое духовное, в свое духовное состояние. We are conditioned souls, and we're struggling in the modes of nature, the material world. But the Vedic knowledge is there to help us to get free from the modes of nature. Мы обусловлены души, мы ведем борьбу за существование под влиянием гун материальной природы. И ведическая литература дает нам возможность освободиться и выйти за пределы этих гун материальной природы. So we want to understand these Vedic literatures. We want to understand them through the grace of the Lord. Because these Vedic literatures, they have actually come from the mouth of the Lord. Это ведическое знание, эту ведическую литературу нужно постигать через милость Верховного Господа, так как она изошла из его трансцендентных уст. So Lord Krishna transferred this, he gave this knowledge, this transcendental knowledge to his consort. Изначально Верховный Господь дал это трансцендентное знание своим супругам. And this transcendental knowledge is known only to the devotee. И это трансцендентное знание открывается только преданным. And we have to learn this transcendental knowledge, then we can properly appreciate the arts of music and dancing as presented by Lord Krishna in the Rasa Lila.
Это трансцендентное знание может, если мы будем углублять это понимание трансцендентного знания, мы сможем проникнуть в тайны трансцендентного искусства, музыки и танца, которые Господь проявляет в Расалиле. So this pastime of Lord Krishna dancing Rasa Lila, this is the highest platform of spiritual activity, where there is, and naturally in Rasa Lila there will be music and dancing, but it is not of the mundane world. It is totally pure and transcendental. Это игра Верховного Господа, связанная с танцем раса. Это высшее проявление трансцендентных деяний Господа. И там, и там присутствуют, конечно же, музыка и танцы. In order to understand the Lord's activities in Rasa Lila, we have to first of all make a study of the Vedic knowledge. И для того, чтобы понять действия Господа в Расалиле, которые являются полностью чистыми и трансцендентными, мы должны сначала постичь уровень трансцендентного знания. The pastime of Rasa Lila appears is only told in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. So one should first of all understand and study carefully of a good knowledge of the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam. Описание танца раса приводится в 10-й песне Шримад Бхагавата. Изучающий эту науку должен сначала постичь знания, содержащиеся в первых 9 песнях Шримад Бхагавата. So this, without having this preliminary knowledge, understanding properly the position of the Lord and his transcendental nature, then we will never be able to appreciate the Lord's pastimes. И тот, кто достиг определенной квалификации трансцендентных знаний, тогда он сможет правильно оценить высшие игры Господа. And these pastimes of the Lord are things like music and dancing. This is all for the pleasure of Lord Krishna, so he can enjoy music and dancing. Те музыку, и та музыка, и танцы, которые услаждают Господа, они не являются мирскими. And we should go on to understand how all the Lord's activities are on the absolute platform, and that there's no difference between talking philosophy and the Lord's pastimes with his queens and with the gopis. Нет разницы между играми гопи и трансцендентным философским знанием. We see an earlier example had already been given during the fighting between Lord Krishna, between Bhima, Grandfather Bhishma and Arjuna. That Grandfather Bhishma was opposing Arjuna and they were fighting arrows into each other. And these arrows were also coming sometimes into the body of Lord Krishna. So Grandfather Bhishma was firing arrows and they would sometimes penetrate the body of Lord Krishna.
And it was described that these arrows were like love bites, just like when a young couple are deeply immersed in their loving activities, they may bite each other out of their deep love. So the arrows which pierced the body of Lord Krishna were like bites from Grandfather Bhishma. Можно привести пример, который показывает тождество игр Верховного Господа. Например, если мы рассмотрим игру, связанную с Бишмой, который сражался против Арджуны. Бишма хотел победить Арджуну, и он начал метать стрелы в Арджуну одну за другой. И его стал защищать Господь Кришна, и некоторые стрел попадали в тело Верховного Господа, который выпускал Бишма. Но для самого Господа Кришны эти стрелы, которые попадали в него, были подобны любовным укусам. Иногда молодые семейные пары в порыве любовных отношений могут кусать друг друга. И вот эти стрелы, они для Кришны были как эти любовные укусы. So Sukadeva Goswami, by offering this prayer, he is describing the absolute nature of Lord Krishna. И Шукадева Госвами, обращаясь со своей молитвой, описывает таким образом трансцендентную природу Господа Кришны. He's talking about how the devotees drink the nectar of knowledge from the lotus mouth, Lord Krishna. Он говорит здесь, что чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающих с лотосоподобных уст Господа. And these devotees, you can see in the word meaning, the word is somyaha. It's described as the devotees, especially the consorts of Lord Krishna. So when we talk about devotees, it's especially referring to the consorts of Lord Krishna, who will drink the nectar from his lotus mouth. Если мы посмотрим в пословный перевод, то здесь говорится слово «сомья» – преданные, особенно супруги Господа Кришны. Поэтому в данном случае, говорят чистые преданные, в первую очередь имеются в виду супруги Господа Кришны. So we may consider this to be something lusty affairs, just like in the material world, the loving affairs between young men and young women. And we may think that, oh, Lord Krishna is like that, but we should understand that the Lord is always transcendental. He's never influenced by the material energy. Нам может порой казаться, что такие описания относятся к категории вожделенных взаимоотношений, мирской чувственности, любовных отношений. Но нужно всегда помнить, что Верховный Господь абсолютно трансцендентен. And Lord Krishna inspires his consorts to learn things like music and dancing, and in this way they can give great pleasure to the Lord. Верховный Господь вас вдохновляет своих супруг изучать музыку, танцы, выборы украшений, и таким образом они
служит, удовлетворяет Верховного Господа. And Prabhupada mentions also about dressing and decorating themselves, just like a young woman will dress and decorate herself to attract her lover. So in the same way, the consorts of Lord Krishna, they will dress and decorate themselves in such a manner just to give pleasure to Krishna. Здесь упоминается также выбор украшений и одежд. Также как молодые девушки, они любят выбирать украшения, наряжаться для того, чтобы вдохновить своего возлюбленного. Также эти супруги Господа Кришны овладевали этим искусством, чтобы служить ему, удовлетворять Верховного Господа. All right, so in this way, Sukadeva Goswami is describing Lord Krishna's absolute nature, and at the same time, he's glorifying also Srila Vyasadeva. Итак, здесь Шукадева Госвами прославляет Верховного Господа и Шрилу Вьясадеву. Шрилу Вьясадеву, who brought this knowledge the Lord and all of his pastimes, made it available for the pleasure of the devotees. And to help the conditioned souls come out of their ignorant condition. Шрила Вьясадева принес это трансцендентное знание, которым наслаждаются чистые преданные, для обусловленных душ, чтобы помочь им выбраться из их обусловленного состояния. Okay. So are there any questions? Хорошо. Будут ли какие-то вопросы? Уважаемый Вайшнава, у меня потух экран, поэтому я не вижу ни тех, кто будет задавать вопросы. Я перевожу на слух. Ни текстом я не могу прочитать, поэтому кто-нибудь возьмите на себя роль регулятора. Ага. Адридхарана, там в прошлый раз Александр Прабху поднимал руку и не успел. А если он сейчас здесь, то, может быть, мы его тогда вперед пропустим. Посмотрите, пожалуйста, на Маджи Вайшнава. Уже не помню. А, тогда, наверное, я буду, потому что я тоже в прошлый раз не успела. Мы с ним поднимали руки. И там еще есть два вопроса в чате, но тогда я их зачитаю потом, хорошо? Да, пожалуйста, зачитайте. Окей, окей, окей. Я, как только у меня экран появится, я смогу вступиться. Пока что, пожалуйста. Хорошо. So now is question of Mataji Vatishachi, and then we have a couple questions from our previous class. Окей. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж. В одной из лекций Гуру Махарадж сказал, что мы всегда должны быть готовы к проблемам. И вот как нам подготовиться к проблемам и как вообще это правильно понимать? So, Харе Кришна, dear Гуру Махарадж, dear devotees, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, in one of your classes, you said that we should always be ready to some problem. So how can we understand correctly this statement and how can we prepare ourselves to problems? Well, we understand that the material world is dukkhalayam ashashvatam. The nature of the material world was described by Lord Krishna. He said, dukkhalayam ashashvatam. It's a temporary place of suffering. So that suffering is the difficulties which we undergo in the course of our material life. So we have to be prepared to overcome this suffering, overcome the miseries of material life.
We have to expect there will be troubles, there will be difficulties. But if we become Krishna conscious, then we can transcend them. Мы должны помнить, что материальный мир – это Дукхалайма Шашватам. Он временный и исполнен страданий. Мы должны это помнить и должны ожидать, что будут происходить какие-то трудности, будут происходить какие-то проблемы. И нужно просто набираться сил и уметь преодолевать события и проблемы этого материального мира. What else did you want to know? Что еще вы хотели узнать? Guru Maharaj, how not to be very pessimistic about this way? Because if we will always think that all this material world on the suffering and we will expect every time some problems, maybe we will be some gloom, some sad every time. То есть я спрашиваю, как нам не впасть в пессимизм из-за того, что вот материальный мир такой плохой? Если мы все время будем думать, что вот нас ожидают проблемы, то мы станем такими мрачными, печальными все время. So how can to keep keep a positive condition? Well, if we are situated on the boat of transcendental knowledge, then we can keep a positive condition. Если мы находимся на корабле трансцендентного знания, тогда мы можем поддерживать позитивное состояние. We have to be in proper consciousness. If we're in the bodily consciousness, then certainly we'll be affected. When the difficulties come, we'll be greatly disturbed. But if we're in Krishna consciousness, if we're conscious of our spiritual identity, then we can transcend. Мы должны поддерживать соответствующее сознание. Если мы погружены в материальное сознание, тогда, конечно, материальные проблемы будут водить к нерадужным выводам. Если же мы развиваем и поддерживаем свое духовное сознание, то за счет вот этого осознания себя как духовной сущности мы сможем подниматься над этими материальными невзгодами. Это понятно? Yes, thank you very much, Guru Maharaj, Hare Krishna. И тогда, Адридхарана, я два вопроса из чата, да, зачитаю? Да, Маджи Александра там хотела, а я Гуру Махараджу сказал, что два вопроса. Да, там два, сейчас я их найду, Гуру потому что... Махарадж, how long time we have? Yeah, okay, have time. 15 minutes or more? Yeah, more. Okay. Ага. Вот самый первый вопрос, окей, это вот они Тайпад, не Матаджи, значит, спасибо за класс, правильно ли я понимаю, что любовь к Кришне уже зарождается, любовь к Господу, и проходя ступени преданного служения, любовь растет. Мне кажется, не, может быть, Матаджи уточнит вопрос, потому что как-то он не очень понятный. Хари Ну, может, Кришна. она в чат перепишет, а вы напишите, вы озвучите Ага. вопрос Маджи Александры. Ага. А, хорошо. Я имела в виду, любовь к Богу уже на начальных стадиях зарождается. На садху-санге зарождается любовь к Богу. И растет. Я это имела в виду. Другими словами, на каком этапе из 9 ступеней преданного служения проявляется любовь к Богу? Да. The next question from Jini Taipadni. We know we have a 9 stages of developing devotional love from Shraddha to Prema. On which stage may feel the love to Krishna? On which stage? Yes. Will we feel love to Krishna? Well, love to Krishna will be awakened at
from the very beginning of a contact with Krishna consciousness, we'll develop some attachment, some feelings towards Krishna. We may not think of it as love, but actually it's the beginning of our loving feeling for Krishna. When we do service for Krishna, service is a form of love. Любовь к Кришне мы можем проявляться с самого начала пути преднослужения, когда мы только начали путь осознания Кришны. Но, может быть, нам может казаться, что это любовь, но это, тем не менее, еще не любовь, а пробуждение чувств к Кришне. И оно проявляется в том, что мы начинаем чувствовать вкус, какое-то влечение, какую-то привязанность по отношению к Кришне. И любовь, она пробуждается по мере нашего служения. So we're encouraged to go on hearing, and we know there's the different stages of devotional service, and they culminate in that mood of prema, and the seed of prema is bhava. Bhava is like the first rays of the full moon of love of God. И мы вдохновляем продолжать слушать. Через процесс слушания и служения пробуждается любовь к Кришне, которая является премой. Зачатком или семенем премы является бхава. Это, можно сказать, первый поток нектара луны любви к Кришне. Вы получили ответ на вопрос? Thank you, Махарадж. Спасибо большое за ответ. Окей. Следующий вопрос в чате, да, от Дхарана? Да, Маджелис. Так, от Матаджи Анастасии. Что мы можем сделать? Ага, Анастасия. Что мы можем сделать, если люди, с которыми мы вынуждены жить, не принимают преданного служения Кришне и препятствуют этому? Как в такой обстановке продолжать служение и развивать сознание Кришны? Another question from Mataji Anastasia. What should we do if our close circle of people or relatives like this not accept our choice regarding Krishna consciousness, spiritual practice? How can we continue our practice in such condition? Well, you have to try to be tolerant and you have to understand Krishna's put you into that situation, and maybe some of due to your karma. But нужно. If you're determined to remain Krishna conscious and show a nice example, then you can convince them that this is something nice, that this is a good thing. If you can prove to them that you've actually improved and that you're a better person because of your spiritual practice, then that should help.
Нужно сохранять терпение, понимать, что Господь поместил эту ситуацию вследствие какой-то кармы. Нужно быть решительным, хотеть оставаться в сознании Кришны, показывать этим родственникам, этим близким людям хороший пример. Лучшим доказательством будет, если они будут видеть, что вы действительно становитесь лучше благодаря своей духовной практике, что это лучший вариант вас. You should be more tolerant, and you should be very careful to keep everything nice and neat and clean, and you should speak nicely, not harshly, and you should show kindness and caring. Необходимо проявлять качество чистоты, говорить приятные слова, а не ругаться, заботиться, проявлять сострадание, заботу и внимание. Вот так. Следующий вопрос, да, наверное? Next question, Guru Maharaj. Yeah. Сейчас у нас матч в холодильнике, а у меня появился видео, наконец-то. А, все, да. Вижу хорошо. Участников. И нас с Карпура Маджари, матч в холодильнике. Кто первый? Можно я, Холодильник. Да? Угу. Пожалуйста. Слышно? Слышно? Да. Ага, спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Преданные, примите, пожалуйста, поклоны. У меня несколько уточнений по лекции, но там уже как будет время. Вот первое уточнение, что Гуру Махарадж говорил, чистые преданные стремятся пить нектар, вот Шримад Бхагаватам, и они так постигают различные виды искусств. И такой вот вопрос, можно ли, слушая Шримад Бхагаватам, развить себе искусство? Или уже, что по карме дано, какие таланты, они и проявятся? Или благодаря изучению Шримад Бхагаватам может еще что-то открыться? Спасибо. The question from Madhya Khaladini. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for your class. I have a few questions. My first question, you mentioned in a class that pure devotees who drink, always drink nectar of transcendental knowledge from lotus mouth of Lord, they become expert in some fine arts. And my question, can I become expert in fine arts only by hearing Srimad Bhagavatam, or is it just by karma if I have some talent in something that I can develop this? Well, according to your karma, you can develop material talents, but to have the spiritual talent, you have to understand Vedic knowledge. In other words, you may dress yourself and decorate yourself and sing and dance, but you may do it for your own pleasure, or to give pleasure to mundane people. But if you have cultivated Vedic knowledge, then you'll do it for the pleasure of Krishna. В соответствии с вашей кармой вы можете развить материальные таланты, но чтобы развить духовные таланты, необходимо постичь, открыть для себя трансцендентную науку, трансцендентное знание. Например, вы можете уметь одеваться и украшать себя, но делать это для собственного чувства наслаждения и для наслаждения мирских людей.
Но если вы овладели трансцендентным искусством, тогда вы, трансцендентным знанием, тогда вы сможете это делать для удовлетворения Верховного Господа. Тогда вам открывается способность удовлетворять Господа через это. What's the Next question? question? Да, Понятно, спасибо. Мачехладин? Да, спасибо большое. Следующий вопрос ваш. Тоже по лекции. Вот Гуру Махарадж сказал, что Кришна нам дает возможность выйти за пределы гун. И получается, что если мы до сих пор не вышли, да, еще в гунах сидим, то это значит, мы не берем эту возможность. Или, может быть, нам гуны мешают? Ну, то есть такой вопрос, может, глупый. Хари Кришна. То есть, если мы по-прежнему в гунах находимся, то значит ли это что? Что мы не хотим, ну, не берем возможность. Он дает, а мы просто не берем. Или нас, ну, гуны же нас не могут держать, правильно? Значит, мы не берем. Мы. А если мы, то что? Кто, ну, кто в нас? Что кто в нас? Ну, не знаю, эго там или что там у нас, ум. Ясно. Next question. You mentioned in a class that Krishna gave opportunity to conditioned soul to overcome the influence of modes of material nature. So my question, if we continue under the influence of modes of material nature, does it mean that we don't want to take this opportunity? Or who in us don't, who doesn't take this opportunity? Well, Srila Prabhupada is reminding us that Lord Krishna arranged to present the Vedic literature for a purpose. And that purpose was to help us to get out of material conditional life. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна дает нам возможность через трансцендентное знание преодолеть материальную обусловленность и выйти за пределы материально обусловленной жизни. Who doesn't want to get out of conditional life? Well, people who are insensitive to the miseries of life. Common people, you know, they're happy when they drink some alcohol and take some drugs. They're thinking this is a pleasure. And if we tell them there's that this is not pleasure, this is just your ignorance, then it's very difficult for them to accept. Обычные материальные люди не чувствительны к страданиям этой материальной природы. Они находятся в гунах материальной природы, пьют алкоголь, либо у них какая-то другая невежественная деятельность. Но если мы им говорим о том, что они страдают таким образом, они наслаждаются, им очень трудно это принять. There's only certain people who are able to take advantage of the mercy of a devotee, the mercy of Krishna, which comes in the form of the Vedic literature. There's only a few people who are able to take full advantage of these things. Люди могут принять это знание благодаря милости чистого преданного, благо из этого. Most people are unfortunate. Большинство людей неудачливы. But the fortunate souls,
they will take the take advantage to hear and to study and to hear again and again the knowledge from the scriptures. Наиболее удачливые извлекают из этого блага, они стараются слушать снова и снова, чтобы познать трансцендентное знание. From the Bhagavad Gita says, Manushyanam Sahasreshu, out of thousands among men, hardly one is endeavoring for perfection. Бхагавадгите Господь Кришна говорит, манушья нам сахасришу, среди многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Okay. Гуру Махарадж Маджи Халадини asked, if we try to practice transcendental knowledge, try to practice devotional service, and if we anyway somehow or other stay under the influence of gun, modes of material nature, does it mean that we don't want to accept to take this opportunity to come out from material influence, material conditioned life? And if this, who in us, this is material mind or material intelligence, don't give us as a soul to accept this opportunity. Yeah, it means that we're still thinking there's some happiness in the material world. We're still trying to find some comfortable position in the material world. Что же касается нас, если мы, как преданные, не берем эту возможность выйти за пределы материальной обусловленной жизни, то это потому, что остается еще надежда на какое-то материальное счастье, что мы сможем найти какую-то удобную ситуацию в материальном мире. We're thinking that somehow we can make a nice situation and we will live happily forever. In the material world. Мы думаем, что вот-вот и мы найдем какую-то материально удобную ситуацию, будем счастливо жить в материальном мире. We're thinking, up to now I have not been successful, but I'll try a little more, and I think next time I could be successful. Сейчас мне немного не повезло, но ничего страшного, пройдет времени, и в следующий раз я буду более успешен. Sometimes the devotees, we lack that conviction about spiritual life. We think, the spiritual world is just too far away. It's too difficult for me. I'll just try and be happy here. Иногда преданные слабо воспринимают духовную практику, они думают, что духовный мир где-то далеко, а лучше постараюсь найти какое-то удобное положение в материальном мире. So we have that lack in our own consciousness, we're thinking, but actually there is some happiness here. I just have not found it so far, but if I keep looking, I'll find it. Другими словами, у нас недостаток понимания того безнадежного положения в этом материальном мире. Мы надеемся, что вот я еще немного поищу и найду здесь счастье.
So sometimes Krishna has to give us a push. Sometimes Krishna has to help us to become more convinced about the uselessness, about the futility of this material world. Так что иногда Кришна подталкивает нас, дает нам возможность разочароваться, увидеть всю бесполезность поиска счастья в материальном мире. Sometimes hearing is not enough for us, that we have to get the actual bump on the head, we have to get the actual beating from the material energy before we can fully convince ourselves. Иногда нам простого слушания назад недостаточно. Иногда нужно, чтобы нам материальная природа как следует бамкнула по голове, чтобы практически, так сказать, убедиться в безнадежности материального счастья. Just like in the material world, you know, people were told, don't steal. If you steal, it's a crime and you'll be punished. But still somebody will think, oh, I can steal. And then they get caught and they're put sent to jail and they suffer in the prison. But then after some time they get out from prison and, you know, if someone's understood, they won't steal again. Because they thought prison was so bad, I don't want to go back to prison again. But other people, they come out from prison and they'll steal again and go back to prison again. They never learn. So why is it like that? Well, some people don't learn their lessons. Some people are very stubborn, they don't learn. Как пример с воровством, есть люди, которые начинают воровать. Им говорят, что это преступление, так нельзя делать, ты будешь наказан. Они продолжают, в итоге они их ловят и отправляют в тюрьму, они там страдают, мучаются потом. Выходят на свободу и уже больше не воруют, потому что помнят, как там было им плохо и тяжело в местах лишения свободы. Но другие люди, они даже, получив наказание, попав в тюрьму, выходят на свободу, снова воруют, снова идут в тюрьму и снова воруют. И не извлекают никакого урока. Почему так происходит? Некоторые люди не умеют учиться. Некоторые достаточно глупые, упрямые, не способны извлекать уроки из жизни. Of course, if we practice Krishna consciousness seriously, if we're strict with ourselves, then we can be happy to some degree here in this material world. Конечно же, если мы практикуем, некоторые преданные практикуют сознание Кришны правильным образом, то до какой-то степени они будут счастливы или удовлетворены в этом материальном мире. But before we leave this world, we have to detach ourselves from the material pleasures of the body. Но до того, как покинуть это материальное тело, этот материальный мир, мы должны научиться отречению от привязанностей и удовольствий, связанных с этим материальным телом. We want to prepare ourselves for a better next life. Мы хотим Гуру Махарадж, we want to prepare ourselves mm-hmm. for mm-hmm. a better next life. Mm-hmm. Мы хотим подготовить себя к лучшему, к переходу в лучшую жизнь после этой жизни.
Окей. Это понятно? Да, очень понятно. Спасибо большое, Хари Кто следующий вопрос? Кришна. А была Карпура Ванджарим, это джи, но что-то я не вижу. Будет задавать вопрос. Не знаю. Если нет, тогда я получу еще один вопрос, да? А, да, 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 спрашивайте, спрашивайте, Матаджи. Хари Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста, ваше святейшество. Дорогие преданные, спасибо большое за лекцию. Хотела спросить, если преданный не настроен, допустим, ну, как бы нету такого, незаметно, что он обсуждал философские аспекты Господа, связанные с пурушаватарами, а постоянно рассказывать о трансцендентных играх во Вриндаване, можно серьезно воспринимать эти наставления? Не понял немножко вопроса, чуть-чуть у меня не уложилась форма. Да, если преданный не настроен обсуждать, ну, на лекциях философские темы, связанные с творением, другие, просто больше настроен, да, не больше, а постоянно слышно об этом, что он рассказывает о трансцендентных играх Рады Кришны, можно серьезно воспринимать такое настроение. The question from Mataji Karpura Manjari. Thank you, Guru Maharaj, for your class. My question is, if one devotee doesn't like to speak and hear about creation, about avatars of the Lord, but constantly speak about pastime of the Krishna in Vrindavan, should we seriously accept such a devotee? Yes, why not? Да, почему нет? If he's speaking about Lord Krishna's pastimes and Vrindavan and so on, why, yes. We need to hear these things. We don't just want to hear only about creation. Of course, we need to hear about creation. We need to also hear about the Purusha avatars, but we also need to hear about Krishna and Vrindavan. Мы не должны просто ограничивать себя слушанием только творения или тем, только связанных с Пурушаватарами или с аватарами. Нам нужно также слушать и об играх Кришны во Вриндаване. We need to hear about the miseries of the material world. We need to hear about the pleasures of the spiritual world. Нам следует, мы должны слушать о страданиях этого материального мира, и также мы должны слушать о наслаждениях духовного мира. So if someone is very attached to hearing, to talking about Goloka Vrindavan and Lord Krishna's pastimes in Goloka Vrindavan, we don't mind. Yeah. It's certainly transcendental. Кто-то больше вдохновлен обсуждать игры Господа в Нагалоку Вриндаване. Мы не возражаем. It's not mundane. It's absolute. Это не мирские темы, они абсолютно. Спасибо большое. Thank you very much. Okay. А кто следующий? Маджи Вайчач, Маджи Браджирани. Там Браджирани Матаджи просится вперед. Угу. Да, Хари Кришна, спасибо. Гуру Махарадж, преданные.
Извините, мои поклоны смиренны. А Гуру Махарадж говорил про 9 песен. Сначала нужно, не помню, точную формулировку, да, понять или прочитать первые 9, потом только 10. И вопрос, как мы поймем, что мы готовы читать 10 песни? Или это просто читаешь, читаешь, дошел до 10 и читаешь 10. Спасибо. The question from Madhura Jirani. Dear Guru Maharaj, you mentioned in class that before trying to understand the 10th canto of Srimad Bhagavatam, we should read, we should be prepare ourselves, our consciousness, reading first 9 cantos. And question is, how can we understand that we are prepared? Our consciousness for reading 10th canto, or we just read fully and carefully 9 cantos, and then we should read 10 canto. Well, Srila Prabhupada prepared the Krishna book for us that we could read, that we could hear the 10th canto without any 9 cantos. Before the 9 cantos were even printed, Prabhupada had brought out the Krishna book that he wanted to introduce us to the pastimes of Lord Krishna. До того, как мы прочитали 9 песен Шримад Бхагаватам, мы можем понять правильно 10-ю песню, читая книгу Кришна, который написал Шрила Прабхупада, специально подготовив для своих учеников описание 10-й песни до того, как были переведены и опубликованы первые 9 песен Бхагавад. So that in itself is an indication to us, you know, if you hear the pastimes of Lord Krishna from the pure devotee like Srila Prabhupada, then you're safe. Because he has presented the 10th canto in such a manner that it will be very purifying and powerful for you. Если мы воспринимаем 10-ю песню, слушаем чистого преданного, изложение чистого преданного, то где бы мы ни читали эту 10-ю песню или не слушали от чистого преданного, она будет давать нам благо, так как чистый преданный уже в правильном свете представил нам это описание. So I think you don't have to worry if you hear, if you're hearing from Srila Prabhupada, that's the main thing. Prabhupada will certainly protect you. Поэтому самое важное, это чтобы мы слышали, слушали от Шрилы Прабхупады. Видение и чистота Шрилы Прабхупады защитит нас. And at the same time, you can go on and gradually be reading the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam. Sorry, Guru Maharaj. And at the same time, you can go on and read the first 9 cantos of the Bhagavatam. И в то же самое время мы должны шаг за шагом читать, изучать Шримад Бхагаватам, начиная с первой песни и далее вперед. Окей. Okay. Это понятно? Можно, да, это понятно, в дополнение. Если, например, преданный читает каждый день Шримад Бхагаватам, обязательно читать Кришна Верховная Личность Бога перед сном. Ну, как Шрила Прабхупада сказал, это... Но если ты уже читаешь каждый день Шримад Бхагаватам, And one question also. If we read every day Srimad Bhagavatam, must we read in the evening Krishna, Supreme Personality of God, Krishna book? Or if we somehow or other read every day Srimad Bhagavatam, so no need to read also Krishna book?
Well, there's no harm if you read Krishna book. Вреда не будет, если вы будете читать книгу Кришна. It's not a rule that you have to read Krishna book, but there's no harm. There's nothing wrong in it if you want to read Krishna book every evening. Before you take rest, you can read some Krishna book, then at night you can dream about Krishna. Нет строгого правила, что вы обязаны читать ежедневно книгу Кришна, но нет никакого вреда, если вы будете это делать перед сном и читая книгу Кришна, потом вам может сниться духовный мир Кришны и его игры. Okay. So maybe we stop here. Yes, Guru Maharaj. Okay. So thank you for the translation. Thank you, Guru Maharaj, for your association and time for us. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai, Srila Prabhupada. Активно наш Расимар Ачкича. Спасибо большое, дорогие преданные. Хари Кришна, Ачкича. Спасибо большое, дорогие преданные. Кришна, Ачкича. Мадри Харна, Богу за преданность, наши смиренные поклоны. Ответные поклоны, Ачкича. Спасибо.